режима работы и подключается даже к смартфону. В этом видео знакомимся с микрофоном AKG Lyra C44. В комплекте сам микрофон на съемной подставке, адаптер для микрофонной стойки, двухметровый кабель с Type-C на Type-A, набор документации и карта регистрации для Ableton Live 10 Lite. Это стационарный микрофон начального студийного уровня для создателей контента. Он пишет 24-битный звук с дискретизацией в 192 кГц. При этом подключение идет просто через USB-порт. Оттуда же микрофон берет питание. Модель совместима с Windows и Mac, а также со смартфоном на iOS и Android. Но для подключения к ним потребуется сторонний адаптер и внешний источник питания. Теперь о внутренностях. Под сеткой прячутся 4 капсуля с конденсаторами, ориентированные попарно вперед и назад. Сетка скорее декоративная и как поп-фильтр работать не будет. Поэтому подумайте о приобретении внешнего фильтра, если собираетесь петь или записывать подкаст. Направление записи здесь регулируется в 4 режимах. Только спереди подойдет для стрима или озвучки, а спереди и сзади для записи подкаста или интервью, когда в микрофон говорят 2 человека. Есть стереорежим для записи инструментов и исполнителей, находящихся близко друг к другу перед микрофоном. И 4-й режим – широкое стерео, с которым работают все 4 капсуля. Он пригодится для записи окружающей среды. О выбранном режиме сообщит светодиодный индикатор напротив его названия в передней части микрофона. Режимы переключаются ручкой на тыльной части корпуса, а под ней разместился регулятор громкости микрофона. На фронтальной части вместе с индикаторами расположились клавиша включения микрофона и регулятор громкости наушников. Порт Type-C и разъем для наушников находится в нижней части. Подключение наушников необходимо для мониторинга, чтобы выслышали себя без необходимости повышать голос. Подведем итог. Это универсальный микрофон как с точки зрения режимов работы, так и по количеству совместимых платформ. Такой микрофон пригодится вам, если вы создаете контент в разных жанрах и пишете звук на нескольких устройствах.